Thank you.
как старпер, но я вам очень завидую тем, кто поступил, тем, кто учится. Если бы можно было все чуть-чуть вернуть назад, я обязательно пошла бы и поучилась в музыке. Не экономике, замечу, а музыке. А тем не менее честно. Самое главное, не бросайте. Даже когда станет скучно, даже когда станет тяжело, не бросайте. Потому что, мне кажется, образование, я не собираюсь агитировать, понятно, но образование дает систему. Самое главное, что дает образование, это систему в голове. И с ней легче жить. Говорю, как человек, закончивший 2 университета. Лжев на темпах суетвечность, жуткий торг и супер.